на других посмотреть и себя показать. Ульяновские активисты движения ТОС приняли участие в форуме, который прошел в Перми. Причем ульяновцы отправились в качестве экспертов. В 2016 году проходил первый съезд ТОС в Российской Федерации. И тогда наша делегация от города Ульяновска была приглашена на съезд, как раз Всероссийский съезд ТОСов. Проводила его как раз именно Лига ТОС, это ассоциация ТОС Пермского края. Вот в 2016 году наша ассоциация создалась. За время вот этого развития она признана одной из лучших. И как раз ТОСы Пермского края пригласили нас поделиться опытом. На форум собрались председатели и активисты территориального общественного самоуправления, руководители инициативных групп. Среди приглашенных экспертов – представители общенациональной ассоциации ТОС. Владимир Сидоров вручил участникам форума благодарственные письма от депутата Госдумы и председателя общенациональной ассоциации ТОС Владимира Кидяева. На площадке федеральной и региональной ТОС «Возможности стратегии партнерства» ульяновец рассказал о правильном взаимодействии с властью и возможностях дальнейшего развития движения ТОС.